Мои дорогие, с вами Александра, Швеция Мальма, и сегодня вот мы вернемся к вопросу, все ли надо рассказывать о себе на сайтах знакомств. А некоторые девушки говорят: ой, ну вот если я не расскажу ему про свою болезнь, то значит я что-то там от него скрою. Ну, я вот не согласна. Потому что сейчас я расскажу вам историю своего знакомства с одним врачом, который мне вот про это и говорил, про девушек, женщин в годах, которые рассказывают ему про свои болезни. Такая история была фантастическая слегка. В общем, в молодости, давным-давно, еще до моего замужества, я ходила на ЛФК. И познакомилась там с доктором. Он тоже ходил на ЛФК, и он был возраста где-то, ну, наверное, моей мамы. И он так на себя обращал внимание, что он был весь вот белый-белый, как папиросная бумага. И однажды я вот доктора по ЛФК спросила, я говорю: доктор, вот какой-то вот совсем вот белый, какой-то странный. Она говорит: да, он такой странный, потому что он был один из ликвидаторов Чернобыля. Когда только все случилось, он туда как доктор поехал. И вот, потом мы с этим доктором начали, ну, болтать и шли вместе до остановки. И вот один раз он мне рассказал, что он уже на пенсии, но подрабатывает. Раз в неделю ездит в медицинский центр делать УЗИ. И все лето он в санатории принимает там несколько часов в день пациентов на УЗИ. И он говорит: Саша, они приезжают, ну, тетки, приезжают такие разнаряженные, столовый один, наряд другой, бриллианты, кольца. И строят там мне глазки, потом вечером встречаемся на променаде. И они мне про свои болезни, про свои болезни. А потом соображают, что я все-таки мужчина, и начинают мне себя показывать как женщина. Говорит: Саша, но я уже их болезни наслушался, во! Как они меня могут как женщины интересовать? А, кстати, этот доктор, когда он вернулся из Чернобыля, с его, собственно, слов, естественно, он сказал своей жене: я тебя люблю, но я с вами развожусь, с тобой и с дочкой. Дочке, конечно, помогать буду всегда, сколько могу, но, пожалуйста, вы должны жить отдельно. То есть вот такая история была у доктора, и такую смешную историю он мне рассказал. И когда вот я это вспоминаю, ну да, вот тут такое выражение скажу, но ржу не могу просто, просто вот ржу. Когда вот женщины про свои болезни, они еще этого человека не знают, что и как, и вот это вот все, и это, не знаете, вот это вот как раз простота хуже воровства, мои дорогие. Не надо вываливать на него кучу болезней. Или, может, какие-то специальные сайты есть, где вот я больная, встречу больного. Знаете, я как-то смотрела одну девушку-психолога. Она даже никогда не говорила своему мужу, уже много лет в браке, она никогда не говорила, что какие-то там у нее проблемы со здоровьем. Она ходила к врачу втихаря, и когда врач там выписывал лечение, там муж спрашивал, и она ему говорила: ну, это такие вроде витаминок, так нормализовать вот мой гормональный фон. То есть вы понимаете, да, чтобы он спал спокойно, чтобы он не переживал, чтобы он там, да, жена молодая, красивая, здоровая. Девочки, ну представляете, да, ну вот ему вас брать за границу, ему брать за вас ответственность. Вы знаете, что в некоторых странах, в том числе в скандинавских, надо долго ждать врача. И что он будет делать, если он женится на развалине? Ну вот подумайте об этом, вот этот вопрос вот к вам, да. Вот мы все обо мне и обо мне, вот я все рассказываю о себе и о себе. А вот теперь вопрос вам. Вот вы, моя дорогая, вот зачем вы рассказываете ему про свои болезни? Ну ладно, все, пока.